Увидев все это на улицах, вы точно поймете, что наступил праздник. Дома и кварталы украшены яркими лентами и цветными гирляндами. Так мусульмане Египта готовятся к наступлению Рамадана, самого главного месяца в году. Причем неважно, богатый или бедный квартал, везде можно встретить украшения по случаю Рамадана. С давних времен в Египте существует особая рамадановская традиция – украшать дома фанусом. Это фонари Рамадана, они есть практически в каждой семье. Причем фанусы даже передавались из поколения в поколение. Если раньше их нужно было делать вручную, то сегодня можно купить фанус на любой вкус и кошелек. Фонарь Рамадана – важный символ. Он призван напомнить каждому – наступил особый месяц для мусульман. Особую подсветку в преддверии Рамадана приобретают египетские мечети. В этот месяц они работают в режиме нон-стоп. Днем и ночью здесь всегда многолюдно. Мусульмане читают Коран и совершают коллективные намазы, в том числе ночные таравих-намазы. В дни Рамадана в Египте всегда устраивают большие ифтары. Ужины разговения проходят в домах и прямо на улицах, собирая вместе за одним столом друзей, родственников, соседей и всех желающих. Благотворительности в Рамадан мусульмане всегда уделяли особое внимание. А как вы готовитесь к Рамадану? Напишите об этом в комментариях.